Photo Vision, у нас поступили заявки от Russia Today, Associated Press и Mediazone. Я сейчас, собственно говоря, бизнес злостного нарушителя помещал в строгие условия ровно из-за системных фабрикаций, из-за системной рисовки каких-то смехотворных нарушений, о которых даже признаться кому-то стыдно. Обратился к оперативнику по фамилии. Серьезно, как я к нему должен обращаться еще? Со стороны административного ответчика по приобщению расписки 1.1. Нет возражений? Я два месяца сижу в зоне, где ШИЗО, один я. В ШИЗО никого нет, есть люди в ПКТ, но в ШИЗО кроме меня никого нет. И поэтому за любой рапорт, который составляется в отношении любого осужденного, фактически его нужно сажать в ШИЗО, потому что, ну, учитывая соразмерность, мало, вообще мало что можно представить более незначительного, чем нарушение, которое называется 2 секунды руки за спиной. В присутствии судебного заседания, соответственно, представители средств массовой информации по представленным заявкам об аккредитации. 2 года все махали рукой, и все было абсолютно законно. А сейчас меня стали сажать там на 7, а впоследствии 15-12 суток за такие же нарушения. Есть это, есть произвольное толкование, когда с разницей в 6 минут дает то выговор, то 7 суток ШИЗО. Но сейчас у нас еще и добавилось просто поддельные документы. Просто потому что они не оформляют ничего. Они же привыкли здесь там, не понравился, поехал в ШИЗО. Творение в штрафной изолятор, руководство статьями 175-180, КАС РФ решил административное заявление на Алексея Анатольевича о признании...